Израиля. То есть те, кто дал ему премию. 10 тысяч долларов ему дали. Вот. А, премию Кафки ему дали. Какой-то 10 тысяч долларов. Все равно он даже не беспокоится о своей репутации. Что он как бы выступает в стране, где его пригласили, он выступает против. То есть он всегда за мир, за дружбу и так далее. Ну, в принципе, очень хороший, очень морально хороший человек, конечно, и очень талантливый, да. И вот теперь надо прочитать, о чем он пишет. Мы не знаем. Но вот он пишет, так сказать, сначала первое его...